Правительство Франции готово принять законодательство о первоначальных предложениях монет, ICO, чтобы стимулировать развитие фандрайзинга нового типа. Нормативную базу разработал АМФ, французский регулятор по финансовым рынкам, в которой ICO признается законным способом инвестирования. На фоне скептической позиции комиссии по ценным бумагам и биржам США, SEC, правительство Франции выбрало гибкий, недискриминационный подход. Новая нормативная база для ICO предусматривает систему авторизации для получения лицензии от АМФ. Согласно АМФ, ICO, которые работают без лицензии, не будут запрещены. Вместо этого каждый участник должен предоставить определенный набор гарантий инвесторам в отношении использования привлеченных средств. Министерство собирается провести предварительные консультации с заинтересованными сторонами и ассоциациями.